На телеканале «Россия-1» главные вести Карачаево-Черкесии. Мы работаем в прямом эфире. С вами Руслан Куркмазов. Здравствуйте. Магазины открылись. Торговля в масочно-дистанционном режиме. Подробно о новых правилах купи-продай в пандемию. Деньги безработным. Центр занятости Карачаево-Черкесии приглашает получить пособие. Сегодня полезная инструкция. Трое задержано, оружие незаконно. Торговля пистолетом в Карачаево-Черкесии не удалась. Возбуждены уголовные дела. Помогают учиться дома. В Урупском районе школьники получили подарки. Кто это добрые люди? Сегодня Владимир Путин выступил с обращением к жителям России. Президент говорил о ситуации дел в экономике, предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, о ситуации в регионах в борьбе с пандемией. Я хочу поблагодарить глав регионов, городов, руководителей муниципалитетов. Всех, кто по долгу службы был обязан в этот период находиться на работе, на своем посту. Хочу поблагодарить за понимание своей ответственности и четкие действия. Да, в ряде субъектов Федерации, в том числе в Туве, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, обстановка остается сложной. Но хочу подчеркнуть, у нас уже отработан механизм оперативного реагирования. Никогда и никто не будет оставлен в беде. Вся Россия обязательно придет на помощь. Если потребуется, все соберем в кулак, ресурсы наших ведущих медицинских центров, вооруженных сил, МЧС, волонтеров, так, как это было в Дагестане, Забайкальском крае, в других регионах. Мы с вами вместе доказали, что способны решать задачи исключительной сложности. Сегодня в Карачаево-Черкесии начался первый этап снятия ограничений, о котором накануне заявил глава республики Рашид Тимрезов. Но необходимо также строго соблюдать все установленные санитарно-эпидемиологические правила, масочный режим и социальную дистанцию. К работе начали возвращаться работники сферы услуг, открываются магазины с непродовольственными товарами. О том, как будет вестись работа торговых площадок, узнавал наш корреспондент Руслан Джуккаев. Спустя почти 3 месяца самоизоляции Карачаево-Черкесия приступила к первому этапу снятия ограничительных мер. Сегодня к своей работе начали возвращаться автомастерские, парикмахерские, магазины с непродовольственными товарами площадью до 400 квадратных метров. Возобновляется работа и межмуниципального пассажирского транспорта. Для более ясного понимания, как будет вестись работа торговых площадок после снятия режима самоизоляции, мы зашли в один из магазинов одежды города Черкесска. Сегодня первый день открылись мы после самоизоляции. Ну, естественно, для нас самое важное в данный момент – это сохранить свое здоровье, предостеречь себя и своих клиентов. Мы перед тем, как открыться, обработали двери, полы, столы, все оборудование вот здесь хлорсодержащими препаратами. Владельцы магазинов начали свою работу в первую очередь с внедрением мер защиты для покупателей. И это очень важно, ведь вирус никто не отменял. Так, в одном из свадебных салонов, куда мы тоже заглянули, всем посетителям дают маски и обрабатывают руки антисептиком. И только после этого покупатели приступают к выбору нужной вещи. Хоть массовые мероприятия и свадьбы пока запрещены, но платье можно выбрать и купить заранее. Также здесь и эксклюзивные маски. После длительной изоляции, конечно, у нас было много покупателей сегодня. Люди уже начали активизироваться, приходят, интересуются. Все уже с хорошим настроением, потому что ждут, когда закончатся все наши небольшие проблемки, я так думаю, и уже начнутся свадьбы. Поэтому люди начали уже готовиться. Покупают аксессуары, платья, конечно, невесты уже с хорошим настроением приходят. На территории торговых площадок производится плановая дезинфекция помещений и обработка товаров, но главной защитой от вируса является ответственное отношение к своему здоровью и соблюдение всех мер защиты. Руслан Джукаев, Рашид Токов, Вести Карачаево-Черкесия.
Вести из оперштаба. На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии выявлено 81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 2983. Выздоровели больше 1695, госпитализированы. Около 6 тысяч безработных граждан зарегистрировано в центрах занятости населения Карачаево-Черкесии. Непростая ситуация, сложившаяся в связи с эпидемией коронавируса, также повлияла и на количество незанятых на работе жителей республики. В обработке центров занятости находится в электронном виде еще 8800 заявок о постановке на учет. На какую поддержку могут рассчитывать безработные граждане в период пандемии, выясняла Мадина Каракетова. Остаться без работы плохо, а остаться без возможности заработать в период опасной пандемии плохо вдвойне. Сайты объявлений, такие же интернет-аккаунты в последнее время пестрят просьбами оказавшихся в сложной ситуации жителей республики предоставить хотя бы временную работу даже уборщика частных домовладений. Ситуацию на рынке труда, исполняющий обязанности начальника отдела занятости населения Управления государственной службы занятости населения Карачаево-Черкесии Алина Батчаева называет сложной. В сравнении с периодом январь-июнь прошлого года, в том же периоде этого года количество безработных выросло на 107,8%. Уровень безработицы составил 2,7% от численности экономически активного населения. Коэффициент напряженности он составляет 3,7 незарегистрированных безработных граждан на одну рабочую вакансию. И в связи со сложившейся ситуацией, естественно, заявленная потребность тоже уменьшилась. 1890 рабочих мест у нас на 1 июня было заявлено, тоже уменьшилось на 4,2% по сравнению с прошлым годом. На 1 июня в качестве безработных в Карачаево-Черкесии было зарегистрировано 5771 человек. С 9 апреля еще 8800 человек подали заявки дистанционно. По словам Алины Батчаевой, государством в период пандемии коронавируса предусмотрена существенная финансовая поддержка безработных граждан. 7 марта у нас было постановление 346, да, где предусматривалось увеличение размера максимального пособия до 12 130 рублей. 13 июня этого года вышло новое постановление с изменениями 844. Оно только вступило в силу. И в соответствии с этим постановлением увеличивается размер минимального пособия с 1500 до 4500. Предусмотрена и поддержка для неработающих матерей с несовершеннолетними детьми. Им начисляется плюс к этому пособию, начисляется пособие надбавка к пособию по 3000 на каждого несовершеннолетнего ребенка. Например, вот мамочка, она получает 4500. У нее двое несовершеннолетних детей. Она будет получать 10500 ежемесячно в течение 3 месяцев. В сложной ситуации оказались и самозанятые граждане. Многие вынуждены были приостановить деятельность, а некоторые и вовсе закрыть свой маленький бизнес. Этой категории населения также предусмотрено пособие в размере 12 130 рублей. Срок действия социальных мер поддержки продлен до 1 октября 2020 года. Еще одно нововведение. Те, которые уже состоят на учете, которым начисляется минимальное пособие, им за май-июнь будет сделан перерасчет. В Управлении Государственной службы занятости населения республики напоминают, что ведомство в период пандемии работает в удаленном режиме. Заявления принимаются дистанционно. Для того, чтобы подать заявление дистанционно, соискатель может зайти в портал «Работа в России». Есть такой портал, он уже действует в России уже несколько лет, находится в активном пользовании. На этом портале безработные могут посмотреть и интересующие вакансии. Они могут подписаться на рассылку подходящих вакансий. Могут посмотреть вакансии не только по регионам России, но и у нас во всех муниципальных городских округах республики. Здесь же вся информация о работодателе, вакансии, предлагаемой заработной плате, информация об актуальных инвестиционных проектах, услуга бесплатная. Единственное, что потребуется от соискателя, быть зарегистрированным на портале государственных услуг и резюме. Кроме того, по словам Алины Батчаевой, Министерством труда России уже разработан документ, предусматривающий дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда в регионах России. Программа начнет действовать с 2021 года.
Для удобства жителей Карачаево-Черкесии в Управлении Государственной службы занятости республики работают телефоны горячей линии, по которым специалисты проконсультируют по всем интересующим их вопросам. Мадина Каракетова, Расул Бердиев, Андрей Карамов. Вести Карачаево-Черкесия. Сегодня в Ауле-Джинерек был небольшой град, но цветы и картофель не пострадали. О том, какая погода будет на завтра, в прогнозе синоптиков. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днем кратковременный дождь и гроза. Местами сильный дождь и град, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 12-17, днем 27-32, выше нуля. В горах ночью до плюс 10, а днем до плюс 24. В Черкесске ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь и гроза. Температура ночью плюс 15-17, днем 30-32 градуса тепла. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное белье, одеяло, дивандеки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличный, безналичный расчет, а также кредит при покупке от 50 тысяч рублей, скидка 5%. От 150 тысяч скидка 7,5%. Черкесск, улица Октябрьская, 321Б, телефон 8-938-030-3050. Инстаграм «Жасмин Элит Текстиль 09». Это главные вести республики. Мы работаем в прямом эфире. Сотрудники 1-й оперативно-розыскной части полиции Главного управления МВД России по Северокавказскому федеральному округу совместно с коллегами из органов безопасности Ставропольского края и Карачаево-Черкесии при поддержке ОМОН задержали троих жителей Карачаево-Черкесии, причастных к незаконному обороту оружия и боеприпасов на территории Северокавказского округа. На протяжении нескольких месяцев правоохранители проводили оперативно-розыскные мероприятия на территориях нескольких субъектов Северокавказского федерального округа с целью пресечь противоправную деятельность злоумышленников. В результате проведенных мероприятий задокументированы факты сбыта пистолета ТТ, карабина, револьвера, системы наган, переделанного под стрельбу боевыми патронами, а также около 100 патронов различного калибра. Участников группы задержали с поличным в момент сбыта пистолета. В ходе проведения обысков по месту проживания фигурантов обнаружено и изъято большое количество различного огнестрельного оружия. Кроме того, один из подозреваемых выдал местонахождение схрона, расположенного в горно-лесистой местности. Органами дознания возбуждены уголовные дела, проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Учиться дистанционно, готовиться к олимпиадам и конкурсам, пользоваться всеми богатствами электронных ресурсов интернета. Но планшеты есть не у всех школьников. Акция «Единая Россия. Помоги учиться дома» призвана решить эту проблему за счет добровольной помощи организаций и партнеров-волонтеров. Подробности у Али Боташева. Чтобы у тебя была возможность хорошая заниматься в интернет все время, мы тебе вручаем сегодня планшет от «Единой России». Дмитрий Моторин получает долгожданный подарок прямо у ворот собственного дома. Планшет стал достойной наградой за хорошую учебу. Нужно быть трудолюбивым в любой сфере деятельности. Главное все делать на совесть. Угу. Ты планируешь дальше продолжить обучение, да? Да. Я хочу стать профессиональным программистом-айтишником. В тех условиях, когда дети у нас не могут прийти в школу, они обучаются все дистанционно. Нам очень необходимо, особенно в нашем районе, средства информации, через которые они будут заходить в интернет и обучаться. Нам сегодня подарили планшеты, потому что наши ребята обратились на сайт «Помоги учиться дома». И мы очень рады тому и благодарны нашим спонсорам. Для получения гаджета необходимо оставить заявку на сайте «Помоги учиться дома». Списки нуждающихся сверяются с Министерством образования и науки республики, где определяют, кто получит помощь. В приоритете школьники, которым необходимо готовиться к экзаменам. Еще одной счастливой обладательницей планшета стала восьмиклассница Анета Чирикашвили. Да, очень рада. Спасибо за сегодняшний подарок, планшет. Я благодарна «Единой России» и спонсору Бадашеву Аслану. А как вот раньше вы обходились? Вы в интернет не заходили, только в школе, да, получается? Дома не было возможности, да? Организаторы всероссийской акции «Помоги учиться дома» – партия «Единая Россия», агентство стратегических инициатив и Министерство просвещения. Пользуясь случаем, хотелось бы огромную благодарность уже выразить нашим депутатам. В первую очередь, это и депутат
народного собрания Баташев Аслан, который один из первых приобрел 15 технических средств. Это планшеты, которые переданы были уже 10 в Урупском районе. Он благодаря его усилиям потребность Урупского района, детей из Урупского района полностью была закрыта. В ближайшее время мы планируем еще удовлетворить потребность еще, там порядка 35 заявок у нас. Акция продлится до 30 сентября. Али Баташев, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Урупский район. Это все вести на сегодня. Спасибо всем. Спасибо всем. Поздравляю жителей Карачаево-Черкесии с наступающим днем первого парада Победы Великой Отечественной войны. А прямо сейчас премьера фильма «Прыжок Богомола». До встречи.